Итак, как же установить TikTok на Android TV? Для начала открываем APK Mirror. У меня уже скачанный файл. На сегодняшний день 27 июля. И он уже был. Сейчас я вам скажу, с какого числа. Так, еще на шаг назад. Вчерашним обновление было 26-го. TikTok Android TV 1.2.0. Перед этим было 12 июля. Так, файл скачали. Теперь нам нужно запустить приложение, с помощью которого мы передаем файлы по одной локальной сети на Android TV. На Android TV такое же приложение установлено. Сейчас я его найду. Секунду. Вот оно. Send file to TV. Запускаем его. Сейчас посмотрим. На Android он запущен. Ну, он не запущен, но тем не менее мы его запустим. Так, теперь нажимаем Send, то есть сообщение. И открываем папку Download, куда скачиваются наши файлы. Download. Здесь мы ищем файл 27 мая. Да, к сожалению, здесь огромное количество всякого дерьма. Ну ладно, найдем сейчас. Опа. Странно. TikTok 1.2.0. 3 минуты назад. Мы его выделяем долгим удержанием. Нажимаем галочку вверху. Ждем, когда появятся в нашей сети приборы, на которые можно передать. Не пойму, почему пока нету. Сеть-то точно одна. Проверяйте сеть. Ну, конечно, сеть другая. Вот в какой сети мы должны находиться. 2.5G. Выходим назад. И, пожалуйста, появились. Оп. Да, он, к сожалению, скинул. Еще раз выделяем долгим удержанием. Нажимаем галочку вверху. И появилось Windows 10, да? На Windows 10 тоже мы установили такое же приложение. И Mi Box 4S. Это Android TV. Больше других у нас нет. И строка прогресса прям идет по... Да, send file to TV, transfer, wish Mi Box 4S complete. Complete. Все, файл передан. После этого мы нажимаем ОК. Он спрашивает Open, Stop и Remote from List. Мы говорим Open. Открыть. Он спрашивает, неизвестное приложение нужно установить. У нас неизвестные источники, естественно, установить. Разрешение дано. Если у вас не разрешение не дано, то он попросит разрешение, обязательно дайте разрешение. Файл начинает устанавливаться. Единственное, я не знаю, да, готово. Мы нажимаем готово. Все, мы можем выйти назад. Для того, чтобы у вас файл на Android TV появился не файл, а ярлык, мы нажимаем все приложения, спускаемся вниз, и мы видим здесь, пожалуйста, TikTok. Можете нажать его, TikTok откроется. Пучок нам не интересен. Мы заходим в свои фолловеры. Ну, те, на кого мы подписаны. А вы знали, что часто... Сергей Малоземов. Китайцы.
сушистый. Денис, уебись. Так, ну и естественно надо теперь переходить на видео с этого. Ой, как давно мы не смотрели ТикТок. Ну и сейчас вот я посмотрю, какие изменения. Наверное, запишу уже с этого, с камеры, сам телевизор. Пока все. Вот такой ТикТок. Мы можем посмотреть профиль. Можем посмотреть, чтобы не забанил никто. На видео в Терабоксе. Да. Можем двигать вправо джойстиком. Всем привет. Итак, как же... Всем привет. Можем двигаться влево. Вот, кстати, ТикТок видео, да? Это давным-давно было. Вот так вот дочь радовалась, когда ей ТикТок поставили. Олеся. Да, а вы знали, что на Яндекс.Вот, кстати, тиктокер крутой. Подписывайтесь на него. У него классный тикток. Яндекс.Мен. Ссылочка будет в описании. Ну и вот такая вот. Можете... Так. А, да, можете дом нажать. Робот-пылесос Xiaomi. Можете... в свои подписки зайти. Можете зайти в профиль этого. Можете лайкнуть. Можете нажать комментарии. Ну, комментарии, к сожалению, мы можем что делать? Нажать, если... Ничего не происходит. Долгое удержание. Тоже ничего не происходит. Просто переходить, читать можно. Вот таким образом. Ну, в профиль, я сказал, уже заходить можно. Так, лайкнуть тоже показал. Можно часто встречаемые хэштеги, они подтягиваются сами. То есть можете подписаться на эти хэштеги, будете смотреть. Тут камеди. Такой, такой. Ну, короче, животные, все, что хотите. Популярные креаторы. Топ-видео. 44 тысячи уже топ, что ли? Ха-ха. 5 миллионов. Ну, давайте посмотрим 5 миллионов. 1 из любимых звуков ТикТока. Единственное, что я заметил, иногда может быть такое, что видео не до конца. Вот прям смотришь, знаешь это видео, и оно буквально там секунду-две останавливается. Раз, и следующее идет. Я уж не знаю почему. Может быть, кстати, в этой версии изменили и сделали нормально. Можно посмотреть. Ну, надо, чтобы было известное видео. Ну, короче, ТикТок смотрите, пробуйте. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. На этом всем пока. Не забывайте подписываться на ТикТок, а то у нас в ТикТоке всего 24 подписчика.